приходят и говорят, не-не-не, даже не говорите Сланмана, вот не давите своим авторитетом, ни за что мы не пойдем на эти роды. Я говорю, а что вы вообще представляете, вот что такое роды? Ну вот когда ребенок оттуда выходит, а я говорю, я вам не предлагаю это смотреть. Второй период родов, когда ребенок выходит через родовые пути, длится у повторно родящих 15 минут, у первородящих ну, максимум час. А первый период родов, схватки, длится 10 часов, 8 часов, 7 часов. И там просто ваша жена лежит, укрытая, нигде ничего не видно. И просто она стонет и просит о том, не акушерка, и акушерка для этого не предназначена, чтобы гладить спинку, гладить шейку или целовать шейку. А женщина на это, или за руку держать, а ей нужно кого-то за руку держать. Поэтому вы ей как раз и нужны. А потом что будет? Я говорю, потом, когда начнутся потуги, мы вас выводим к себе в ординаторскую, предлагаем вам чай, кофе, если хорошая погода на улице, выйдете возле своей машины, погуляйте. Но всех выгоняете или остаётся? Нет, вот слово выгоняете, такого вообще в нашем лексиконе нет. Мы спрашиваем, потому что были такие случаи, не, я ничего не боюсь, я буду. Как первая капля крови появилась, бабах уже в обморок, и уже мы не женщиной занимаемся, а папой, который выпал в осадок. Поэтому я спрашиваю, вы готовы остаться? И он не стоит у ног женщины, он стоит у изголовья. И я ему даю задание поднимать голову во время потуг и помогать ей тужиться. Там он ничего не видит такого, что потом вызвало бы какое-то, скажем, отвращение. Но некоторые, Марин, бегут оттуда сюда, чтобы таки увидеть, как их ребенок рождается. И таких сейчас все больше и больше. Это все превратное влияние Запада. Вот там же показывают этот процесс. На видео снимают. Я за рубежом, когда у них женщины... Прям вот сам... Да, сам процесс, когда ребенок оттуда вот выходит. Очень многие мужчины. А потом, как они свои... Я выхожу из родзала и слышу, слышишь, Федя, я такое сейчас видел, что тебе, я теперь ничего не боюсь, ни на кабана на охоту идти. Да это ж эмоции похлеще, как вепра завалить на охоте, вы понимаете? Они потом всю жизнь гордятся, и так заходят уже в кабинет, ногами открывают дверь. Ну, Светлана Ивановна, ну я же говорил, что я справлюсь, а вы говорили нет, а я же справился с этим. Ну, потом они, знаете, как-то еще, может быть, самоутверждаются. Но это всего... 5% партнерских родов мужчины, которые готовы видеть второй период.